Дорогие друзья портала Ваикра, проекта Ваикра, платформы Ваикра, мы уже несколько лет проводим уроки Торы в прямом эфире, создали сайт, есть группа более 120 тысяч человек в Фейсбуке, и наша цель как платформы — дать площадку для тех, кто изучает Тору, соблюдает заповеди, обязательно соблюдает шаббат и соблюдает заповеди, но при этом не является раввином, дать возможность делиться тем, что они изучают, тем, что мы изучаем. Я тоже один из тех, кто изучает Тору и делится. Каждый день я провожу уроки уже более 5 лет на этой платформе. И в итоге мы, слава Богу, создали очень-очень много часов изучения Торы. И те люди, которые хотят ознакомиться с Торой, но не сразу как бы идти в университет, а хотят понять от людей, что такое жизнь по Торе, что такое жить по Торе, соблюдать заповеди. От людей, которые уже в зрелом возрасте стали соблюдать, бизнесмены, врачи, политики. Мы объединяем усилия тех, кто хотят взывать. Ваикра – это возвал, да? Ваикра, Ашем или Моше, то есть он возвал к Моше Рабейну, Всевышний взывал через Моше Рабейну, Всевышний взывает. Тора – это то, что идет с неба, желание Всевышнего, как он создал мир, как мир работает. Мы хотим дальше развиваться, мы хотим создать курсы «Жизнь по Торе», мы хотим публиковать книги, которые наиболее точно подходят тем людям, которые в зрелом возрасте начинают соблюдать Тору. Мы хотим, чтобы создать классы по изучению Лашон Кодеш, святой язык, на котором написана Тора. Очень важно, чтобы мы развивались. И поэтому я приглашаю вас стать другом Ваикры, партнером Ваикры или спонсором Ваикры. Я вас приглашаю перейти на следующую стадию в своем развитии и развивать, распространять свет Торы вместе с нами и зажечь вот эту вот свечу заповеди. Удачи вам и успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, благословил вас. И та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Отмеряйте щедрой рукой, и Всевышний вам отмерит также щедро все, что вам нужно, вы получите. Божественных благословений!